Ребятки, приветик всем. В общем, возможно, вы уже забыли, но я как бы запустил мини-проектик. Это 8 бит на 1000 кубков. И как-то не посчитал нужным перед вами отчитываться, что вот смотрите, уже бит на 600, бит на 700, а вот уже бит на 800. Тихонечко апаю себе на стримах и все. А ролики не выходят. Поэтому, ребята, даю отчетность, что бит сейчас будет на 800 кубков, и пойдем дальше. Надеюсь, что на выходных он уже будет на 900, ну а со следующей недели мы все-таки апнем 1000 кубков. Последние трофеи будут самыми жесткими, самыми такими потными, и я думаю, что нервными, бомбящими, короче, самыми насыщенными эта концовка будет. Ну а сейчас 800 кубков прям на ролик, подпишитесь на канал, поставьте лайкосик, давайте вот сюда перейдем, в эту нам привычную рамочку, а то там снег падает, холодно, а здесь у нас весна и тепло, а весна уже скоро, через месяц, поехали в бой. Короче, да, мы на стриме, я буду еще параллельно зачитывать вопросы и сообщения с чата. Короче, друзья, как апался бит, история. Вообще, можно будет, кстати, сделать нарезку на стриме. Я все кубки апал на стриме. Слушай, там справа тьма. Нам надо срочно ее... Да-да, вот-вот-вот. Там этот тарантул, блин, вирусный. Все, давай наверху идем. А, все, там дым их забрал, отлично. В принципе, можно сделать нарезку. Я апал все кубки на стриме, но я думаю, что 500-600 кубков неинтересно, а вот с 800 начнется дикий интерес, потому что, ну, мы с Анрилом набомбили сегодня на стриме жестко. Классно, вынес я его. Так. Три команды, у меня еще вторая жизнь в запасе, нормально, 5 банок. Надо, второе место уже. А, вы предсказываете или нет, или это реально второе место? А? Оп. Так. Блин! Я реснусь, я реснусь. Я умру от метеорита и реснусь, прикинь. Но я должен Сэнди убить. Я должен, у меня больше урон. У меня же больше урон. Да, я ее убил, прикинь. Да ну нет! Ну нет же! Ноль кубков. Казалось бы, да? Нам осталась одна игра. До 800. Но нет! Горит, горит. Поехали. Давайте поиграем в Вангу. Сейчас, во-первых, надо... Я ненавижу этот красный цвет, он меня кумарит. О, вот так. А, все равно я красный. Давайте поиграем в Вангу. Вот сейчас в комментах напишите, как вы думаете, какое место мы сейчас займем в этой катке. Просто проверочка на Вангу. Я думаю, что топ-1. Я уже вижу стратегию, как мы сейчас 6 банок фарманем. Давай, бегом, 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 бегом. Бегом, мыгом. Смотри, смотри, смотри. Все, если это... Ну, вы видите, какой я Нострадамус. Нострадамус. 6 банок. Я реально, я наугад сказал. Мы реально фарманули 6 банок в начале. 7 банок. Это топ-1 катка, ребят. Четвертое, третье место пишут. Вы нас недооцениваете. И зря. Все, минус. Тара, даже не рыпайся, а то потеряешь вообще все. Так. Если мне... этот лайк... А, там Дэрил, да, был? Вот их. Они тимятся с нами. Че, затимимся? Не будем их убивать? Ладно, ладно, давай, ладно. Поможем им. Мы в любом случае взяли топ-1. Давай пацанам поможем. Я тебя понял. Я тебя понял. Помогли пацанам. Значит, я им добро, а они... А что так медведь много нанес урона? Тихо. Давай, давай, давай. Ты Дэрила, я пойду ворона. Он сдох. Он сдох. Это топ-1 катка. Это 800 трофеев. Это 800 трофеев, ребята. Нам буквально остается 200 кубков, и челлендж на 1000 трофеев, первый перс выполнен. Если я, ребята, буквально сейчас за пару дней апну 1000, то предлагайте следующего бойца, кого на косарь апать. Я бы такой бы Спайка запушил бы, или Шелли. Но Шелли будет сложнее, там надо определенные... Вот с роботом Шелли легко вообще. Вот все карты, практически все режимы с роботом, это Шелли. Так. Давай, пчела. Жаль. Жаль, как пчела, жаль, что ты лох.
Отлично, ребят. Победа. Ну что ж, это 800 трофеев. Но 800 трофеев, ну что, много это разве? Нет, конечно, поэтому продолжаем. Продолжаем. Так. Сейчас я скриншот сделаю. Так. О, все. Скриншотом наделал. Надо как-то записать, ребята, ролик про мои скриншоты. Ну, хотя там ничего интересного, просто скриншоты игры. Но их очень много. Их на один выпуск прям... Так. Го, если первое место, это бесплатный пиар. Го поставить стикеры на спонсоре. Давай Мортиса, будет круто. Не, спасибо. Это, кстати, да. Я запустил челлендж. Ну, не челлендж, а мини-рубрику. Мини-рубрику первый персонаж на 1000 кубков. И выбрал самого простенького бита. А мне, типа, ДНЛ. Какой бит? Какой 30 ранг? Давай Мортиса на 35-й. Ты чё, лох? Ну, это Мортис, это уже все, это босс, понимаете? Это последняя стадия. Это когда уже все в игре сделал, да? И уже тогда Мортиса, да? Я сдохну, но я резнусь. А, прикинь, этот петух забрал все наши банки. Я не, знаю, не ну ты не умирай, почему ты умираешь? Зачем это делать? Зачем? Не умирай, пожалуйста, на видос. Отхилься по фулу. О. Меня тупо он подкараулил, понял, и с ульты вынес. Угу. Стоп, видос еще есть, да? Да, видос пилится. О, круто, такой онлайн держится. Я думал, ты уже закончил стрим. Онлайн на стриме 4300. Время, ребята, 20... без 20 час ночи по Москве. О, вот это я понимаю, братва. Спасибо, кто на стриме, ребят. Люблю вас. Так. У него еще вторая жизнь, да? В смысле банка? А, это не банка, это Торель. Я уже думаю, что режим сменился. Так, 5 команд. Слушай, давай достойно отыграем. Да, еще как достойно. Ну, давай пока не палиться. Достойно будем сидеть, как крысы в кустах. А еще Тима, нормально, мы вообще в заднице. Мы в заднице сейчас, да. Банок нету. Смотри, банок нет, но вы держитесь. Я понял. Давай как-то скооперируемся и будем кого-то... Ну ладно. Я понял, тебе помогу. О, хорошо ты Торель поставил, я тебе хочу сказать. Я тебе хочу сказать и скажу, да. Но только ты не погибай. Я понял, ты погиб. Это рикошет убил меня тоже в начале. Он всю малину испортил с самого начала. Это... Ты на видос сливаешь и апаешь кубки одновременно? Чё за рёв медведя? Да блин, ну это так неприятно. Такие поражения ловить. Я думал, у тебя приступ. Что-то... У меня сейчас случится приступ, если не подберутся соперники. Короче, ребята, этап ШД походу пройден. Апаем 800, все, дальше 3 на 3. Ну это помойка просто. Это. Ну что это, где? Даже никто не играет. Понимаешь, никто, бичи одни, 5 бичей сейчас собралось на 800 кубков, вот бичуганы. Вот мы в числе этих 5 бичей. Ну реально, ну кто играет на 800? Ну где, вот где, да, смотри, даже бичей нету. О. Один. Да не обижайтесь, ну блин, ну, в хорошем смысле. Мы же тоже бичи, все. Ну мы же тоже бичи, да. Вот сейчас херовое начало, я не вижу много банок. Иди в центр. И две темы у нас. Не самый лучший спаун. Не умру, чем. Ты умер уже, что ли? Да нет, конечно. Ну, там я тебя... думал, ты там банки фармишь, а ты там что-то умирать собрался. Да. Я пытался баночку забрать в порядке. Просто пенен. В смысле, 4 банки у нее так резко прибавилось? Так. Все, я понял. Так, я думаю, что... Ах ты ж собака. Ладно. Так, ладно. Ну, надо контролировать, чтобы никто не зашел, да, пока дым. Сейчас дым закроет, и мы все, мы тут... Вот эта территория наша. О, 3 команды осталось. Постреляли в дым и... Ага.
О! Блин, прикинь, сейчас топ-2, и это одного кубка нам не хватит. Я треснулся, ну есть ли смысл? Боже мой, боже мой. Ты прикинь, чтобы 800 закончить, одного кубка не хватает. Просто я не понимаю. Рикошета уже ультует через всех рикошет. Что-что? Слушай, Погнали, я, последний. наверное, Горю кашета попробуй, нет? Ой, фу. Ну это вообще фу. Давай я в соло попробую. Попробуем, но мне кажется, ты отлетишь очень быстро. Ну ладно. Да? Вы слышали? Это вызов. Если я отлетаю, ребята, очень быстро, то вам прилетает на аккаунт гемы очень быстро от меня. Это нормально, я кидаю вызовы, а им прилетают. Не, ну это такой вызов. Ты серьезно? Вы тоже думаете, что я быстро отлечу? Сливайся, не сольюсь. О, кстати, Северянин, это спонсор Спайк. Передаю ему привет в ролике. Хорошо, что он сейчас на стриме. Братан оформил Спайка вообще от души, братик. Северянин, еще раз. Северунин. Спасибо огромное. Что, сейчас посмотрим, отличу я или не отличу. Давай. Мне кажется, что я возьму топ-1. Если минус. Если что, если минус, то что? Ну, придумай себе наказание. Накажись. Ну, блин, я носок уже ел. Чё? Куда хуже? Очень медленно отлетишь. То есть ты говоришь, очень быстро отлечу, а мне в чате пишут, очень медленно отлетишь. Сейчас посмотрим. Смотрите, если я успею фармануть банок хотя бы 3-4, если сейчас удачно зареспавнюсь, то все окей. Если я с нулем буду бегать, меня по-любому заклюют. Даже со второй жизнью. Ну, блин, один кубок, ребята, поехали. Так, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Одна банка есть. И сразу... Прикинь, только начало игры, я уже вижу, что тимятся. Начало игры, чтобы Нормально. ты понимал. Еще не успели появиться анимации, они уже тимят. Бля. Бро, мне кажется, тебя заснайпили Меня просто уже очень только много. что чуть не закрысили, лол. Ну, прикинь, Пока не закрысил. Он, походу, знает, что у меня вторая жизнь есть. Ну, Капец, он меня без Леон пассивки, чуть не так что... чпокнул. Откуда он взялся? Блин, спасибо Поко за реально вот ну за то, что он так четко. Че, ворона не будут добивать, лол. Окей. Все, я нафармил ульту. Ну, у вас Я не тима на понимаю, у тиму нас нормально. тима на тиму, да, получается. 3 на 3 в ШД играем. Так. Да, он был прав, ты медленно будешь отлетать. Сейчас посмотрим. У меня вторая жизнь, мне будет проще, понимаешь? Мне будет проще выжить, когда начнется замес. Если тебя толпа загасит, то тебе вторая жизнь. Но толпа начнет гасить, и они потом после моей смерти сразу друг друга начнут гасить. И за это время я успею резнуться, там бабл будет. Прости, Дэрил, прости. Но там реально, ты уже не выжил бы. Так. О, уже бит 8 бойцов осталось, 8 бойцов, ребят. Да куда бит? Короче, бита надо кончать. У него второй жизни нету. Он не кончил. Нормальный у тебя ролик. Нормальный ролик. Тихо. Так, сейчас бита зашмаляем. Так, и там Так минус Дэрил. И минус бит, минус бит, минус бит. Сдохни. 90 хп, да, он сдох. Что, уже в плюс? Так, ну, пятое место, как минимум. А, ну это, походу, минус или ноль. Это минус. Это минус. Это минус. Ха. Прикинь, я сдох. Бля, очень странно, очень странно. Я не знаю, почему. А, плюс один! Плюс один! А, просто ровно 800! А, все! Просто... Трэш. Куда ты пошел? Все, 800.
Да не, все. Ребят, 800, я для отчетности на видос. 800 кубков есть. Я понимаю, что это не особо высокие кубки, это не классный рекорд, но я ведь запустил мини-проект, что я апаю 1000, я же должен хотя бы поэтапный какой-то, поэтапный путь выкладывать. Я забил на 600 кубков, забил на 700, думаю, что это недостойно отдельного ролика, но вот 800 были очень веселые. Встретимся теперь на 900 трофеев, ну и финалочка косарь. Подписывайтесь, ставьте лайки, всего хорошего, до новых встреч и пока. Покеда! Ха, блин, ну круто вышло вообще.